Всем привет! Бабье лето позади, а это значит, пришло время утепляться. Сегодня я расскажу вам о трендах верхней одежды на осень 2015. Тренч стерпит все, даже кеды, говорила всем известная Эвелина Хромченко. И вправду, модель британского модного дома можно носить с чем угодно. С кроссовками, ботинками, обувью на каблуке. Мой вариант – простой и классический образ. В следующем наряде нет ничего неожиданного. Моя любимая косуха. Ее можно сочетать с любой одеждой. Особенно стильно, на мой взгляд, кожанка смотрится женственными платьями и грубыми ботинками. Пальто с мужского плеча актуально уже несколько сезонов. В этом году оно снова на коне. Сочетается такое пальто с любой обувью, но особенно стильно смотрится с кроссовками или кедами. При выборе обуви на каблуках пальто можно подвязать пояском. В холодные осенние дни, когда нет желания принаряжаться, выручит парка. Это очень практичный выбор на осень, советую присмотреться. Куртку такого кроя рекомендую носить с узкими джинсами или кожаными юбками и обувью на плоской подошве. И это было все на сегодня. Экспериментируйте, и тогда любая вещь из вашего гардероба станет универсальной. Всем пока!